такая это убийца, это кровавый преступник, который дал приказ стрелять на поражение без предупреждения. Он свой народ назвал террористами, он сказал 20 тысяч террористов, он врун, он предатель народа Казахстана, он вел против казахов иностранные войска, чтобы стреляли нас. Он должен ответить за все преступления. Шаламбаев, не нужно кричать с места, дослушайте лучше, потом успеете еще. Оснований для вынесения оправдательного приговора не имеется. Более детально вы сможете ознакомиться с решением суда после получения копии приговора. Учитывая характер и общественную опасность совершенного вами преступления, Шаламбаев, суд считает, что ваше исправление возможно лишь только в условиях реальной изоляции от общества в виде лишения свободы. Учитывая эти обстоятельства, суд вам назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. Это приказ такая посадить меня. Я буду до победного конца.